Всем привет, ребят! Ну что, у нас утренний обзорчик акций. Сейчас посмотрим, что у нас интересного есть. Как обычно, угадайка. Так, тут у нас на английском сервачке. Ничего такого нового нету. Лис за полпака уже. Так, мини-пак 3000 камешков. Божество. Осколками что-то сегодня не продают. Нюманс пак. Ну вот аккумуляция 320 осколков. Спектр 500. Ну, относительно такая неплохая аккумуляция. Правда, нету мелких паков. Так, 1 плюс 1 действует на Ньюманс пак. Интересно. Так, этот работает. Этот работает. Ну, это, в принципе, неплохо. Вот монетки, пальца. Таким образом, да. А, так, настолочка. Блин, ну это, конечно, не та настолочка, которая на немке. Плюс 400, хамкамин. Специальные гифты. Яйца. Может, пиратик новый сегодня. Хотя странно, в воскресенье пират. Чик. Не, пирата не поменяли они. Так, островок. Убил ты пак есть. Поехали, посмотрим, что тут интересного может быть. Все то же самое, питомцы. Ничего не поменяли у нас. Сумки лисички есть. Короче, куча расходников. А, уже по 16. Ну, так будет повеселей, наверное. По 16. Все равно такое себе, честно скажу. Ничего интересного нет. Такс. Поехали, чекнем немку. Может, что-то за ночь изменилось. Ну, немка, я вчера показал сервак, записал видос специальный. Просто тупо удивляет акциями и плюхами, которые можно получить на бездонате. Я там просто получаю топовых героев. Ну, землеройку вытащили, там еще что-то, там какие-то итемы, плюхи. Ну, реально плюс. Вчера 20 пальцы дали. Так, Валентина. 100 осколков Валентины нам дали. Ничего не поменялось. Единственное, сейчас глянем. Есть еще попыточка в настолке новая. Да, есть, вот. Ну, да, вот здесь вот плюхи такие себе. Но, блин, 20 пыльцы, мы нормальные плюхи вытащили. Так, один этот. А тут особо выбор невелик. Заберем скин. Ну, книги мне, по сути, нафиг не нужны. Так, еще по ивентам. Ну, конечно, тут надо самики копить, пробовать. Надо как-то себя заставить. Так, 38 минут у нас осталось. Мы вчера профукали пару монеток. Но плюхи интересные. Ну, вот за самики, я считаю, это вообще отличные подгоны. Есть возможность словить нормальные итемы. Так, еще одна попытка. 20 печенек на халяву. Да, 100 сколько в Валентина. И коробочку вчера дали за бесплатку. Как-то странно. Я даже не понял, каким это образом. Так, кстати, надо будет заставить здесь как-то пофармить. Ну, я не знаю, надо начать просто, потому что по-другому никак. Героев тут хватает. Единственное, кого хотелось бы сюда, это еще фрейку получить для полного счастья. Был бы вообще огонь. Такс, поехали дальше. Сегодня битва гильдий. Что-то у меня утро началось в 10 часов. Обычно.
Такс. Нифига себе, сумочки лисица. Но здесь донат самый дорогой, кстати. Подороже, нежели даже на английском сервере. Десятые эмблемки неплохо, тоже тема хорошая. Это сегодня они там по 100, потом будет дешевле намного. В разы причем. Такс. Что-то у нас здесь открылось. Кстати, здесь календарь идет самый интересный. Каждых 6 часов. И он до сих пор идет. О, тоже есть настолочка. С Махатмой. Вот так вот старенькая настолка. Мы уже... А, мы уже даже брали здесь это. Мы сейчас надо забрать, кстати. Ну, 300 питомцев, вот, пожалуйста. Вот это тоже очень круто. Скин Махатма. Так, а где же та акция наша любимая? Что, ее убрали? Да, походу ее убрали. Нет, да, я думаю, должна быть. Это не то. Ну, вот она есть. Никуда ее не убрали за логин. Так, ну что, поехали на самый трешечковый сервачок. На русский. Так, накопление. Ну, 50 мешков Валентины, это, в принципе, плюс. Это нормально. Ну, остальные итемы, не знаю, уже давным-давно пора поменять. Ну, наборчик за один сам. Это, по-моему, тот, который я не забирал еще. Такое себе. В общем, ничего такого нового и интересного нету. Так, окей. Поехали, открою видосик. Эта фигня, вот она. Там. Дисплей кепче есть. Так, спам я вытащил уже. Какая-то у нас, кстати, 19-я. Это сегодня уже юбилейная 20-я угадайка, ребят. Я себе. Так, есть. Поехали сюда, не проснулся я еще. 150. Циклоп, тритон и студеный. Так, циклоп, синий слизь, палач. Да, циклоп тритон. Да, циклоп тритон. Циклоп тритон оборотень рядом. Циклоп парас циклоп. Тенислиз циклоп палач. Смотрим по тритону. Тритон. Панда синий слиз тритон. Тритон синий слиз наемный убийца. Андрюха тоже синий слиз тритон шаман. Но у нас фиолетовая слизь. В общем, такие вот дела, ребят.
Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Возможно, сегодня уже запущу стримец. Всем удачи, всем пока.